Здравствуйте. Сегодня мы начнем первый и, пожалуй, единственный полноценный уровень в бете Produce Excavation, с помощью которого мы должны составить впечатление о конечной игре. И я бы сказал, впечатление складывается крайне положительное. Но все по порядку. Поднимаемся на лифте. У нас нет ничего, кроме наших верных кулаков, которыми мы тут же забьем вот этого импа и вот этих ребят. Очень скоро мы получаем пистолет, довольно мощный. И вот здесь вот активируем наш первый секрет. Эти вот поршни помогут нам подняться вон туда позже. Секрет, собственно, там. И еще я хочу показать вот здесь одно странное место. То есть это вот пещера. Когда мы сюда зайдем, мы увидим вот это. И двери здесь откроются. То есть здесь ничего нет, но возможно, это будет секрет в конечной компании. Ну да ладно. Так, еще один зомби. И кто бы это ни был. Еще появляются ребята, которых мы расстреляем. Так, здесь чувак с дробовиком, который мы у него отберем. И дробовик весьма хорош. Итак, прыгаем на этот поршень. Забираемся вот сюда, нажимаем кнопку вот здесь и получаем нашу секретную броню. Далее идем сюда, готовим дробовик. Все, здесь у нас еще одно оружие, это сдвоенные автоматы. Тоже весьма полезно. И вот здесь вот нужно принести зеленый ключ и желтый. Желтый, соответственно, там, зеленый, соответственно, там. То есть мы тут вольны в выборе, куда идти. Но я предпочитаю идти сначала за желтым. Хотя в зоне зеленого ключа можно найти разные пушки. Две довольно рано. И так, здесь нам представляют вот этих вот дронов, которые летят к вам и взрываются, прямо как дроны из 3D. Так вот, да, в зеленой зоне можно довольно рано найти одну хорошую пушку и вторую получить после того, как получим зеленый ключ. Это делает вот эту вот зону немножко легкой. Поэтому, мне кажется, так будет интересно. Все померли. Так, вот здесь появляется вот эта штука, можно продемонстрировать второстепенный огонь. Я, конечно же, промазал. Вторичный огонь дробовика, который поджигает врагов вот таким вот образом. Или при полном заряде просто разрывает слабых противников. Эта штука требует довольно много внимания к себе. Ну ничего. Здесь появляются еще дроны. Идем дальше в пещеры. Тут появляется своеобразный пинки, который почему-то очень быстро дохнет здесь. Но ничего. Это только этот. Следующий был гораздо повыносливее. Не знаю, почему я его зову Пинки, но он мне его напоминает почему-то. Так. Там два шотгленера. Ты еще жив, что ли? Негодяй какой. За этой дверью у нас руна. Пока неизвестно, что она делает, но она будет иметь какое-то значение в конечной игре. Автоматы прекрасно работают против этих зверей. И вот эта комната, которая таит в себе
Желтый ключ. То есть вот он за силовым полем. Так же, как и несколько врагов. Силовые поля мы отключаем вот так. Берем ключ и немедленно воспользуемся им, эти наши тренеры. И можно, в принципе, идти дальше, но здесь есть силовые поля, которые прячут в себе монстров, и мы же хотим всех убить, поэтому нам нужно нажать вот на эту кнопку и выпустить их всех. Помимо них тут появится еще два шотгана, которых нужно постараться убить в первую очередь, потому что они хитсканеры, в конце концов. Такое. Здесь появятся два зомби и пинки. По-моему, инк должен подойти. Да, вот он. Итак, за вот этой неприметной стеной находится второй секрет. По-моему, самый неочевидный секрет на этом уровне. Ну да ладно. В этом зале еще несколько монстров. Я пока не знаю, как относиться к перезарядке в этой игре. Я обычно ее не люблю. Но она здесь вроде бы как и к месту, но тем не менее. Итак. Этим лифтом мы воспользуемся, чтобы допрыгнуть вот сюда. Это последний секрет на карте. Гранатомет. Точнее, ракетница. Итак, мы пойдем теперь за зеленым ключом. Я сначала соберу вот эти вот вещи. Патроны нам пригодятся, особенно пистолетные. Увидим. Итак, откроются эти створки. Там за ними бочки, которые можно взорвать противников, которые там прячутся. Отлично. Двери мы убьем с помощью гранатомета. Пустим еще одну ракету туда, просто для веселья. Да, на автоматах перезарядка жутко раздражает. Так, здесь мы обнаружим весьма классный миниган, который просто превращает всех в фарш. Настоящая мясорубка. И благо он не требует перезарядки. Спасибо на этом. Здесь будет еще один зверь за углом. Попробую ракетой выстрелить туда, чтобы ослабить одного зомби дробовиком. Это не получается, ну да ладно. Ничего страшного. Берем зеленый ключ.
Здесь шкафчики с шотганерами. По два в каждом. Может быть, стоит. Ну ладно. Так, выходим наружу, в знакомое уже место. Но так как у нас есть зеленый ключ, можем зайти сюда и пустить ракету в этого чувака, потому что у него довольно сильное оружие. И сейчас мы его получим. Это вот такая вот энергетическая винтовка, которая умеет делать вот так. Чем-то напоминает мне гаусс-пушку из Doom 2016. А, ну и также она умеет делать вот так. Первичный огонь. Спустимся за боеприпасами. Они нам пригодятся в последнем бою. Симпатичная анимация. Здесь вообще хорошо спрайты сделаны. То есть не всегда можно даже сказать, это спрайт или 3D-модель такая целявая. Ну да ладно. Так, еще вот про ту дверь не забыть зеленую, у нее один зверь сидит. Бум. И две ракеты. Ставим ключи на место и готовимся встречать врагов. Так, ну все, можно нажать теперь на эту кнопку. И появится еще больше ребят. Включая вот этих вот летающих засранцев. Что ж такое там? Первичный огонь у этой пушки странный, не всегда можно понять, попадаешь ли ты по врагу или нет. Но вторичный прекрасен. Так, обойдем их. Благо дизайн арены прекрасен и позволяет носиться туда-сюда. И нажимаем теперь на эту кнопку, чтобы активировать портал, и уходим с уровня. Ну и собственно да, вот такой вот этот уровень. Я получил море удовольствия, играя в него. Он быстрый, хорошо спроектированный. Мне он нравится, да. Если вся игра будет такая же, то это будет просто сказка. Да, жаль, что, конечно, в бете доступен только вот этот вот уровень. Полноценный, помимо старта и, ну, вот этого интро и одного триал уровня. Да, компания завершена. Нас благодаря за то, что мы в нее поиграли. Собственно, эта игра выйдет в ранний доступ в Steam 10 ноября, так что будьте начеку, и если вас интересует данная тематика, обязательно возьмите ее. Ну, однако, нам напоминаю, что здесь есть редактор карт встроенный, и он достаточно функциональный, насколько я понял. Я думаю, что я посмотрю там на некоторые карты, и если они мне прям понравятся, то, наверное, я запишу парочку также. Ну и, соответственно, у нас остался еще один, так сказать, уровень. Это скорее такая триалка. О. Вы увидите это в следующий раз. Это такое типа испытание на скорость.
Ну да. Собственно, спасибо всем за просмотр. Не пропустите ни в коем случае эту игру, по крайней мере, попробуйте. И да, всего хорошего, друзья.